Всем добрый день. Сегодня у нас распаковочка небольшая. На этот раз пришло из Поднебесной основание для фотоаппарата, чтобы подключать различные внешние аксессуары, такие, например, как Follow Focus. А более конкретно пришла от компании Small Rig посылочка в виде вот такой коробочки. Причем данная коробочка была в таком виде, как вот здесь продемонстрировано, обмотана скотчем, и сверху был адрес от отправителя и доставки. Что из себя представляет коробочка? Обычная стандартная коробочка такого плана. И внутри непосредственно находится основание для того, чтобы размещать фотокамеры на этом основании и подключать непосредственно различные аксессуары. Да, сразу же хочу сказать, это универсальное основание, хотя в некоторых вариантах пишут, что это для кинокамер типа Canon S100, 200 и тому подобное. Видеокамеры, кинокамеры. Будем применять непосредственно вот для данного фотоаппарата, как вариант D5600 Nikon, либо для Nikon D3100. Для чего это я взял? Для того, чтобы быстро собрать без участия клетки непосредственно сам фотоаппарат и демонстрировать фокус непосредственно на каких-то объектах, делать акценты. Как это будет делаться, чуть-чуть позже продемонстрирую и покажу. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. И давайте смотреть, что находится внутри данной упаковочки. Стандартный их уже пакет. Грубый такой. Внутри находится винты различного исполнения, это не как два винта непосредственно для подключения камеры. Различного исполнения это 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. В зависимости какой у вас в основании камеры находится резьба для закрепления непосредственно на этом основании. Дальше здесь также присутствуют винты для закрепления дополнительного оборудования и непосредственно ключик шестигранник для того, чтобы эти винты надежно закручивать. Стандартный их уже пакет. Такое вот основание пришло непосредственно с Китая. То есть здесь прорезиненные поверхности. Дальше есть различные отверстия технологические, как с резьбой, так и без, для установки крепежных винтов, чтобы закрепить вашу камеру. И также крепежные отверстия для того, чтобы закрепить там на каком-то оборудовании, либо штативе, в зависимости от того, где вы будете его использовать, вашу камеру вместе с этим основанием. И для стандартных направляющих стандартного размера 15 мм, они идут до различной длины, для того, чтобы установить вспомогательное оборудование, ну, как вариант, то есть Follow Focus. Такой вариант основания пришел, который мы сейчас и рассмотрим более подробно. Давайте сейчас мы соберем данную конструкцию для Follow Focus. Для данной камеры начинаем собирать. Вот мы собрали наше основание вместе с камерой. И давайте сейчас посмотрим, как при помощи установленного Follow Focus можно делать акценты путем ручной фокусировки непосредственно на объектах. Для этого у нас представлены уже стандартные объекты, два вида, и будем постепенно на каждом из них фокусироваться. И как это будет происходить, непосредственно увидите на экране вашего телевизора, либо монитора, в зависимости от того, где вы смотрите, ну, либо экране смартфона. Давайте смотреть.
Итак, я вам продемонстрировал основание Small Rig для того, чтобы устанавливать вспомогательное оборудование по-быстрому, например, Follow Focus непосредственно для камеры. Также продемонстрировал возможности, то это основание может выполнить, как оно подходит непосредственно к различным камерам, ну в данном частности для камеры Nikon D5600, на которой мы экспериментировали с этим основанием. Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, все желающие могут приобрести данную пластину для своих нужд, ну либо не приобретать. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.